В этом году в Центре профессиональной подготовки имени Героя России майора милиции Валерия Тинькова решили отойти от традиций и отметить День защитника Отечества не просто праздничным концертом. Мероприятие носило формат старого доброго конкурса для настоящих мужчин «А ну-ка, парни!». Студентам Центра предстояло продемонстрировать знания военной истории нашего государства, а также проявить свои творческие способности. Синими замерзшими руками протирал вспотевший автомат и о чем-то думал временами, головой откинувшись назад. Курсанты всех факультетов были разделены на 4 команды. Конкурс состоял из 7 этапов. Все они тем или иным образом направлены на воспитание у студентов патриотизма и любви к родине. Сотрудник органов внутренних дел – это именно тот человек, который защищает свое отечество, свою родину, не только внутри государства, но и за ее пределами. Поэтому воспитание патриотизма, воспитание любви к истории, к своей родине – это основная цель и задача нашего Центра профессиональной подготовки. Есть ли ответ на вопрос «За что я люблю свою родину?» Конечно, и он у каждого свой. И даже если ты выбрал мужественную профессию полицейского, можно ответить на поставленный вопрос с нежностью поэта. Любовь ко всему, каждой травинке, каждому кустику, каждому человеку, каждому ребенку, неважно там, к любому человеку, то есть это любовь ко всему, что находится на моей земле, к реке, там, к горе, то есть к лесу, то есть ко всему. Свое отношение к родине студенты Центра профессиональной подготовки пытались придать и в конкурсной программе. Дух патриотизма проглядывался даже в стен газетах.